Что происходит? Мы этот грузовик ждем? Кто тебя водить учил, ушлепок долбанный? Я тебя умоляю, не надо. Эй, язык прикуси, муфлон, или иди сюда и в лицо мне скажи. Не надо идти. Эй! В жопу пошла. О, в жопу. Пошла в жопу. Все, милая, ты ему показала. Чего ты так завелась? Просто я нервничаю перед встречей. Да ладно, с нашими друзьями? Пару дней назад мы были взрослыми, а потом переехали сюда, и нам снова 19. Встреча друзей! Старая шайка снова в сборе! Старые друзья! Я знаю, ты любишь друзей, но на каждой сходке вы превращаетесь в полных ушлепков. Помните Феликса? Мой партнер! Привет! Сколько криков. Новые проблемы. В нас кипит 20-летняя обида. Все друг с другом состязаются. Эй! Не обязательно при каждом ударе рычать. Я сам себя не слышу, весь в игре. Да ну, из тебя словно котяк лезет. Я тут 10 минут, а ты 3000 раз просрать успел. Не, на толчке я так не рычу. Сериал от Netflix. Я люблю свою жизнь. Просто интересно, что было бы, разбейся она в дребезги, а я начала все сначала. И интрижка твоя тут ни при чем? Мы переспали в колледже. Просто так и не расстались. С чего ты взяла, что это интрижка? С того, что у вас обоих есть семьи, а вы продолжаете спать друг с другом. От режиссера в пролете. Ну и работка. Жуть какая. Хренасос же по мордой! Так ты Гарвард закончила? Да. А я Принстон. Да уж. Ты спишь с девчонками вдвое моложе тебя. Обидно же! Мы хорошие. А давайте сегодня по полной вжарим! О, господи, простите, сэр. Мы ужасные. Кошмарные. Дружба. Так ты хочешь ребенка? Не знаю я. Прекрасно. Ты одна из тех, кому в жизни нужен смысл. В мире важнее всего соски и попки. У него есть все три. Хочу сообщить, что после долгого разговора с Максом я решил попробовать вас не возненавидеть. Сложно, но можно! Друзья по колледжу. Что вы делаете? Замедленная съемка. Как в кино. Да, очень клево. И моргаем. 14 июля.